приветствует супермаркет «Семян» и наш сюжет «Антифейк. Стоп-подделка». Сегодня наш сюжет посвящен французской компании «Клосс» и самому популярному гибриду на рынке Украины – дыне «Амал». «Амал» уже многие годы занимает лидирующие позиции в продаже дынь. Итак, в моих руках оригинальная упаковка дыни «Амал». Количество семян – 1000 семян в данной упаковке. На упаковке размещена следующая информация. Логотип компании, название культуры на латыни, русском, украинском языках, название гибрида, масса 1000 семян, номер партии и сроки, до которых необходимо использовать, то есть высеять данные семена. Также, чем обработаны данные семена. На обратной стороне мы видим картинку, фотографию непосредственно дыни «Амал». Итак, сейчас я вскрою упаковку, и мы с вами посмотрим на семена дыни «Амал». Итак, перед нами 1000 семян дыни «Амал», обработана и окрашена. Спасибо за внимание!